Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Владислав Леонидович Бенко. Я являюсь научным сотрудником отдела фондов. И также я являюсь хранителем коллекции приборов и механизмов. И сегодня мы с вами поговорим о специфике хранения и описания предметов из дерева и металла. В основном предметы этнографии, предметы техники, они состоят из дерева и металла. И, в принципе, техника окружает каждого человека. Она окружала человека на протяжении многих тысячелетий. Как же она работает? Ну, важно понять, что когда мы говорим о хранении этих предметов, к сожалению, многие музеи пренебрегают особенностями хранения. Вот, например, перед вами хранилище предметов техники. Если вы обратите внимание, то вы увидите, что каждый предмет не прикасается с другим предметом. Да? Между каждым предметом есть воздух. Это очень важно, так как если один предмет будет соприкасаться с другим, это будет сказываться на сохранности этого предмета, соответственно, будут появляться потертости, и может дойти вплоть до деформации. Может также утратиться красочный слой и так далее. Поэтому, если мы говорим о хранении и о сохранности этих предметов, очень важно заботиться о том, чтобы эти предметы не соприкасались друг с другом. Ясное дело, что я не настолько наивен и понимаю, что есть должное, есть сущее. То, что я сейчас говорю, это, скорее всего, относится к сфере должного, то, как оно должно быть. Но на деле ясное дело, что некоторые здания музея приспособлены, и музейщики часто сталкиваются с проблемой, что недостаточно места. Очень мало площадей для хранения. Поэтому обычно так или иначе предметы стоят вместе, но это, к сожалению, такое зачастую неизбежное зло. Как известно, есть различные виды хранения, есть комплексное, открытое, раздельное. В принципе, предметы техники могут храниться как и комплексно, открыто, так и раздельно. То есть в одном хранилище могут быть предметы из разных материалов, дерева или металл, или же предметы, состоящие только из одного типа материала. Конечно, основным таким вопросом, таким камнем преткновения является режим хранения. Конечно, здесь важно учитывать как температурно-влажностный режим, защита от загрязнения воздуха, световой режим, защита от биологических вредителей, например, там, это жучки, мыши и так далее.
Ну и предупреждение возникновения экстренных ситуаций. Например, очень важно следить за батареями, да, если, не дай бог, если они протекут, или же если в вашем хранилище есть сплит-система, то, опять же, очень важно следить за исправностью системы, потому что система может вызвать течь, она может капать, и капать на предметы, или же совсем худший вариант может сплит-систему закоротить, и будет риск возникновения пожара. Поэтому здесь очень важно следить за исправностью приборов, исправностью сети коммуникации. Ну, основные оптимальные такие параметры, как и для металла, так и для дерева. Металл — температура от 18 до 20, таких предел, дерева от 15 до 18. Соответственно, если мы говорим о летнем времени года, то всегда очень важно проветривать помещение, делать влажную уборку помещений или же включать систему, чтобы воздух охладился. Ну и влажность до 50-60. Потому что при высоком уровне влажности будет возникновение риск возникновения плесени, или же сам предмет уже потом будет менять свою структуру. А теперь, если мы говорим об описании этих предметов, такому общему описанию, ну, например, взять лампу, да, и взять предметы из металла. Если мы говорим о карточке, да, научного описания, то здесь очень важно максимально, опять же, и с другой стороны, не поглубляясь в какие-то дополнительные детали, описать этот предмет. Ну, для начала, ну, конечно, нужно ответить на вопрос, что это вообще, что мы видим. Да, мы видим лампу настольную, электрическую. Да, если предмет состоит из различных частей, нужно указать эти части. Да, это имеет отношение к таким многосоставным предметам. Да, указываем, что состоит из четырех частей, металлической подставки, полусферической формы, керамическая, круглая форма, украшенной росписью, да, какой росписью, это орнамент цветочный, красно-желтого цвета. Ну, казалось бы, можно спросить, зачем такая скрупулезность, зачем еще описывать еще орнамент. Это важно для того, что лампа может быть и не одна в музее. Таких ламп может быть, похожих ламп может быть 5, 6, а то и 7. И у каждой лампы будет совершенно свой орнамент. Поэтому для того, чтобы не запутаться потом, в музеях, в частности, в исторических или в краеведческих музеях такая проблема есть. Да? Большой фонд, когда много печатных машинок очень похожих, когда много машинок Сингера, да, для того, чтобы отличить одну от другой, порой нет достаточно номера, а важно смотреть на сохранность этого предмета и на описание, более подробное описание. Поставка абажура, да, изготовленная из белого матового стекла, золотистыми звездочками. Угу. Лампа в рабочем состоянии, имеет шнур и вилку для розетки. Здесь очень важно указать функциональность, она работает или не работает. Если мы знаем, что если лампа находится в исправном состоянии, то ее можно будет использовать для различных музейных мероприятий, да, ей можно будет пользоваться. Итак, где
было сделано, да, если мы переходим к легенде, да, светильник настольный был сделан из керосиновой лампы, привезен из Австрии после окончания Великой Отечественной войны. Да, в музей, кто был издатчиком, да, в музей был передан ветераном Великой Отечественной войны, там, Ивановым Иваном Ивановичем, когда рожден в 21-м году рождения. Место Австрия, 20-е годы 20 века. Да, обращаю ваше внимание, что классическая ошибка при описании, когда пост, да, музейный работник пишет пост 20-е годы. Это классическая ошибка, потому что непонятно 20-е годы какого века. 19 век, 20 век, да, что, ну, с другой стороны, ясное дело, что тогда таких шлам не было, да, но здесь очень важно не вводить в заблуждение наше последующее поколение, то есть если мы можем точно указать дату, поэтому лучше пишите 1920 год. Стекло, металл, керамика, да, состав. Высота 5 сантиметров, диаметр основания, диаметр абажура. Да, всегда указываем два разных диаметра. Небольшие сколы основания. Если же, конечно, мы говорим о второй степени учета, то здесь описание, конечно, будет более полным. Описание сохранности вот, предмета также будет более полным. Например, на что может быть на металле? На металле может быть ржавчина, царапины, может быть патина, может быть окисление и так далее. Что может быть со стеклом в целости, в сохранности это стекло или нет? Есть ли сколы, есть ли царапины? Есть ли утрата. Поэтому первое, на что мы обращаем внимание, это на утраты предмета, если они, и потом мы уже смотрим на качество самого металла. Дерево. Ну, например, возьмем рубанок. Рубанок фасонный, ручной, деревообрабатывающий, режущий инструмент. Что с ним делают? А, он служит для выработки различных профилей путем сторгания. А, еще, из чего он состоит? Он состоит из деревянной колодки, железа, клина, винтов. Угу. Место СССР, Курская область, город Старый Оскол. Поэтому если у вас есть больше подобных информации об этом предмете, то чуть больше. Дерево, металл, высота 27 и длина 24. Да? Что есть? Следы ржавчины на прессе, дерево потемнело и так далее. Да? И другие дефекты. Вообще, ваше внимание, что при описании лучше раньше в советское время писали такую формулировку как «нормальная». Это в основном писали в книгах поступления. Или «хорошая». Охранность «хорошая». Дело в том, что слово «хорошее», слово «нормальное», оно не говорит нам о качестве. Что это за охранность такая хорошая? Мы оцениваем этот предмет, да, но слово «хорошее» оно слишком абстрактное. Или раньше писали, например, если нету дефектов, ну, писали раньше «в сохранности». Опять же, формулировка «в сохранности» она носит довольно-таки общий характер. Поэтому сейчас принято писать без видимых дефектов. Итак, если подводить итоги, то можно сказать о следующем,
что когда мы говорим об описании предмета, да, первое, что мы, на что мы обращаем внимание, это описание утрат. Будет это предмет техники, либо предмет этнографии. Да, и, например, если мы имеем дело со стулом, мы пишем, есть ли утраты, да, не утрачена ли ножка и так далее. Также очень важно описать состояние. Да. Очень важно описать, если мы говорим о дереве, есть ли повреждения жуками-точильщиками, да, есть ли повреждения, есть ли следы плесени. Поэтому здесь очень важно именно указать, есть ли наличие буровой муки, светлая, она темная и так далее. Да, потому что в чем проблема этих жуков? Проблема не в самих жуках, а главную такую проблему оставляют личинки этих жуков, которые появляются на поверхность. Указание повреждения микроорганизмами, если там гниль, например, да, если видны следы скопления белых или черных волокон. Далее, описание состояния декора, тонировки, описание загрязнений, легкие загрязнения, устойчивые, песок, грязь, известь, пыль, копоть и так далее. Состояние красочного слоя. Да? Красочный слой может быть нанесен по грунту, непосредственно на деревянную или металлическую основу и так далее. Состояние отделочного покрытия. Да? Если мы говорим о дереве, то цвет древесины под прозрачным покрытием со временем становится, как правило, более темным по сравнению с первоначальным. Здесь вот это оттемнение тоже нужно указать. В результате естественного старения, износа, отделочное покрытие теряет свой глянец. И так далее. Поэтому такое более полное, более такое детальное описание предмета, оно как раз упростит работу последующим поколениям и позволит научно исследовать этот предмет как со мной, как с исторической, с научной точки зрения, так и эти исследования помогут выявить различные пути решения о предотвращении неминуемой гибели предмета. Имеется в виду его старение. Как можно предотвратить это? Как лучше отреставрировать этот тот или иной предмет? Поэтому в этом плане процесс сохранности и процесс описания, они вместе не разрывно связаны. Потому что и сохранность, и описание говорят нам о специфике состояния этого предмета и его потенциале дальше храниться в фондах. Если же предмет полностью утратит уже свою сохранность, то есть все основания ставить и поднимать вопрос о его описании. Поэтому бывает и такое, что предмет со временем он разрушился, полностью деформировался. Поэтому, если у вас будут вопросы, если у вас будут замечания, вы знаете, что вам делать. Вам нужно писать, звонить в Волгоградский областной краеведческий музей, где опытные профессиональные сотрудники, заведующие с превеликим удовольствием совершенно безвозмездно вам
помогут. Счастливо, желаю вам прекрасного дня, любите друг друга и да пребудет с вами сила.